Здравствуйте, Максим. Я сейчас нахожусь буквально в гуще событий, вы можете видеть. Еще недавно здесь была вода, а сейчас же вода отступила на несколько метров, точнее, ее спустили. Вообще, рисковать вот так же, как мы, не стоит, но, в принципе, любопытно изучить, сколько мусора накопилось здесь за долгие годы. Как вы уже сказали, действительно, 18 лет назад последний раз проводили подобную очистку. Здесь и резиновая обувь, и различные бутылки. Родителям нужно, наверное, в первую очередь быть осторожными, поскольку кажется, что вот она суша, но вот ступаешь буквально на метр, и начинает засасывать. Чем это может обернуться в итоге, неизвестно. Так что пока, по крайней мере, родителям нужно внимательно следить за своими детьми. И добавлю, что доступ пока свободный. Что ж, Лариса, спасибо.